Всем привет! Меня зовут Алена. Девчоночки, в сегодняшнем видео у нас не ногтевые покупочки. Извиняюсь за свой голос, я немножко приболела, но ничего страшного, мы лечимся. Это посылочка, она мне очень понравилась. Это неожиданная посылочка, я ее не заказывала. Это мне сделали подарок. Это очень приятненький подарок, а самое главное, очень вкусненький. Мне кажется, многим девочкам нравятся вкусные подарки. Как бы мы этого не хотели, допустим, сладости, еще что-то, но они нам нравятся. А тут как бы и вкусно, и приятно, а еще и полезно. Немножко подшуршу, покажу, как было упаковано. Было упаковано вот в такой огромадный пакет. Мы достаем из этого пакета. Та-дам! И нас приветствует еще один пакет. Я была в шоке. Но этот пакет не закрылся, и, возможно, продавец решил упаковать их в два. Открываем второй пакет. И вот он мой боксик. Я так хотела его, я присматривалась. Нашла я эту группу в Инстаграм. Ссылочки обязательно вам оставлю. Она вот такая коробочка. Да, прилично большая. Сейчас даже скажу, сколько. Так, 16, 32 и 6, 38 сантиметров в длину. Такая коробочка, она вот немножко помялась, вот тут порвалась, но это спасибо нашей почте замечательной. Все мы знаем, как наша почта работает. Твой лучший перекус, не буду томить, открываем. Так, тут, конечно же, все поздравления моему молодому человеку, так как это он мне заказывал. Красота красотищная. И вот тут все расписано. Что у нас тут есть? Малинка, вишня, вяленая таежная, хурма, брусника Алтай, киви, желтые фисташки, грейпфрут, черная курага, красный сибирский апельсин, клюква камчатская. И вот тут калории, белки, жиры, углеводы. Мне кажется, весна это самое актуальное, когда... Извиняюсь, мы начинаем, худеть, начинаем. Условия хранения, как принимать, 50-60 грамм в день, персональная скидка, телефоны, ла-ла, больше ничего не указано. И вот она моя вкуснятина. Девочки, я вообще люблю такие вещи, но а тут для работы, мне кажется, самое то, вместо того, чтобы... заточить какую-то печенюшку, какую-то конфетку, какие-то там орешки. Это понимаю, что орешки полезны, но они очень калорийные. И с ними можно капец как набрать вес, если ими увлекаться. Извиняюсь. А тут вообще вкуснятина. Это все такое. Ягодки, знаете, они вяленые, потому что когда их кушаешь, они такие мягковатые. А вот апельсинчики, грейпфрутик, хурма, киви, это все сушено, они такие тоненькими пластиночками, но настолько вкусные. Хурма вообще капец какая сладкая, малинка, вишенка. Давайте я вам покажу немножко, чтобы вы, понимали, о чем идет речь. Это вот такие боксики, открываются они просто вот таким способом, выдвигается, и вот они, наши ягодки упакованные. Вот покажу вам малинку, потому что малинка прям малинка. А запах какой, девочки, ее можно хоть так кушать, хоть чай кидать, хоть как. Она такая сыровяленая, малиночка, прям малинка малинкой. И вот видите, она мягенькая, она такая вот, как вяленая. Но настолько вкусно. Ой, я даже через заложенный нос почувствовала аромат. Очень вкусно, мне понравилась малинка вообще. Малину только свежую предпочитаю, вот не люблю ее... в конфетах, еще где-то как-то, вот, в компотах. А вот именно свежую обожаю. Хурма, любитель хурмы. И все любители хурмы, пожалуйста, заказывайте. Там пластиночками, киви, вообще прям прелесть. Хотите, покажу. Это прям красота. Вот желтые фисташки бокс и киви. Блин, да что это коробка вечная? Мне кажется, я все шуршу ей. Тоже таким же макаром открывается. И вот кивушки. Так, достаем какую-нибудь побольше пластиночку. Выглядит это все дело вот так. И смотрите, какая тонкая. Она как чипса, смотрите. Слышите, как она ломается? Как чипса.
Но они такие вкусные. Они прям, ну капец. Это те же самые фрукты, только они сушеные. И сушат их там как-то по специальной технологии. Вкуснятина. Это все очень вкусно. Это все очень полезно. Быстро перекус. Девочки, сама погрызла, посидела. И поняла, что я прям, ну, нормально. Мне уже не хочется особо кушать. И ссылочку скину обязательно. Эту группу я нашла в Инстаграм. Я обязательно скину вам ссылочку. И обратите внимание, что вы можете также на компьютере зайти через эту ссылку. Вы можете выбрать бокс свой, личный, персональный. Тут я не помню, какой он мне заказал. Он мне говорил, но я уже не помню, какой бокс он заказал. Но там можно выбрать самим. Там есть также, как диетические, детские. Там еще какие-то есть. Можно просто самим составить, что будет в каких боксах. Там куча ягод, куча фруктов, ананасы, груши, яблоки, там курага, тут также курага у меня есть, только черный, все, что хотите, сливы, вишни, все, вообще там все фрукты, бананчики сушеные, всякие орешки, ягодки всякие разные, все, что хотите, все, что желаете, в этом боксе вы можете. Я с вами решила поделиться таким видео, потому что мне нравится такое, и думаю, может, еще кому-то будет интересно, заинтересует их, захочет попробовать. Обязательно пробуйте. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, не стесняйтесь, вам это ничего не стоит, а мне это очень приятно. Всем спасибо, всем пока-пока!